Прививку, которая спасает жизнь, теперь можно получить в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Настоятельница монастыря, игуменья Серафима, вакцинировалась от коронавируса еще весной. Она призывает всех верующих не сомневаться, а защитить свое здоровье и жизнь. Нас объединяет тревога за каждого из ближних, кто может пострадать от этой очень тяжелой болезни. Поэтому мы и обращаемся к Господу, чтобы Он укрепил силы наших дорогих врачей, среди которых и вот эта команда, которая будет теперь работать под благодатными сводами Свято-Архангело-Михайловской обители. Привиться в монастыре по улице Успенская, 4Б, могут все желающие. В наличии 4 вакцины – Модерна, Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. В областном департаменте здравоохранения напоминают, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии. Сьогодні немає залежності, яка віра. Він єдиний, то почуйте, люди. Скільки б не було фракцій, скільки б не було громадських організацій, нас одних всіх накрила пандемія. І ми бачимо, що ця хвиля третя, вона дійсно жорстко відноситься до людей. Ми сьогодні не можемо спасти вагітних. І коли я зустрічаю людину, кому 80 років, і говорю, я так важко перехворіла, але я пішла і провакцинувалась, тому що я не хочу повернутися туди, де я була. Де ти вранці відкриваєш очі, а сусіда немає, він помер. А може й троє їх померло за цю добу. Интересно, что идея открывать центры вакцинации в соборах и при монастырях появилась достаточно давно. Напомню, что в регионе каждый день работают пункты вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи, а по выходным дополнительные пункты в торгово-развлекательных центрах и на рынках. Я могу вам сказать, что как православная прихожанка я тоже призываю всех, чтобы защитить себя. Нет в мире другой защиты, кроме этой вакцины. И мы понимаем, что идет огромная кампания и антивакцинация. Нельзя заставить человека вакцинироваться. Но если человек хочет, если он понимает угрозу, и особенно если есть патологии, если человеку за 50, это необходимо сделать. Мы открываем сегодня очередной центр вакцинации для того, чтобы еще больше одесситов выздоровели, выжили. Также облздрав сообщает, что подобные центры вакцинации будут постепенно открываться в церквях разных конфессий нашего города. Так, в ближайшее время пункт иммунизации откроется в Лютеранском соборе Святого Павла, расположенном на улице Новосельского, 68. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».